увидел Никомахида, шедшего с выборов, и спросил его, кого выбрали в стратегии, Никомахид? Итак, смотрите, до сих пор мы обсуждали тех, кто хочет пойти на выборы, тех, кто выбрался, и тех, кто пришел вот сейчас, тот, кто пришел с выборов с поражением. То есть выборы были. Единственный человек все это время, о котором Сократ говорил, которого никто не выбирал, это Агамемнон. Все остальные выборные. Шутка с Никомахидом состоит в том, что человек с именем Никомахид – это человек, имя которого буквально означает «победитель в битве». То есть, как бы, родители уже определили, кто он такой, да, и он как бы хочет, но что-то пошло не так. Угу. Вот каковы афиняне, Сократ, отвечал Никомахид. Меня не выбрали, хоть я со времени поступления на военную службу по набору положил на нее все силы. Был и лохагом, и таксиархом, и столько ран получил от руки неприятелей, при этом он обнажил свое тело и стал показывать рубцы от ран. Да, это классический политтехнический прием на выборах. Когда вас выбирают, вы должны показать, что за отечество вы пострадали. И вы, естественно, задираете рубашку, и там помимо этих самых кубиков шрамы. Никомахид, пришедший с выборов, еще не отошел от выборов. Он агитирует. И более того, заметьте, это первый человек, который, как нам сказано, обладает знанием. Он сознательно шел к знанию. Причем, видите, и мотивация есть, честолюбие, понятное дело. И знанием он обладает. Угу. А выбрали? А выбрали Антиспена, который в пехоте еще не служил, да и в кавалерии ничем особенным не проявил себя. И ничего не умеет другого, как только собирать деньги. Да. Чем займется Сократ дальше? Сократ займется защитой афинского выбора. Выбора афинян. Тем самым Сократ займется защитой строя. Потому что с какой мыслью идет Никомахид? Он обладает знанием, он обладает мотивацией. Единственное, что пошло не так, это голос афинян. Которые выбрали нет человека лучше, чем он. А человека хуже, чем он. Поэтому у Никомахида для реализации своего честолюбия, будучи знающим, есть только один выход. Что пошло не так? Строй у нас не тот. В нормальном государстве знающие стоят во главе, а незнающие находятся внизу. В плохом государстве незнающие стоят во главе, а знающие находятся внизу. Мы только что выбрали человека, который ничего не знает в деле стратега. У нас плохое государство, вывод, нам нужно хорошее. Честолюбие Никомахида, естественно, ведет его к тирании. Он уже развращен Сократом, сократизмом в этом смысле, потому что он знает, что знание – это сила. Но если знание – это сила, то очевидно, что он должен быть во главе государства. И тогда Сократ не поддерживает его, а выступает против него в пользу строя. О мотивации Сократа вы должны подумать, а мы пока посмотрим, как он это делает. А так это хорошо, возразил Сократ, если он сумеет добывать продовольствие солдату. Да ведь и купцы, сказал Никомахид, деньги собирать умеют. Да, итак, у Антисфена только одно хорошее качество. Он умеет собирать деньги. Он богат. Однако по этой причине они могли быть и стратегами. Да. Стратег – это человек, как мы знаем, который ведет людей, войско к победе над противником, а не который собирает деньги. Но и у Антисфена, кроме того, есть честолюбие, заметил Сократ. Качество стратегу необходимо. Да, второе замечание Сократа. Ты честолюбив, он честолюбив. Все в порядке. Видите, вопрос со знанием, с компетенциями отброшен, к сожалению, потому что у Антисфена нет никаких компетенций. Остается честолюбие. Разве ты не видишь, сколько раз он не бывал корягом, он всегда своим хором одерживал победу? И снова хор появляется в нашем разговоре. Теперь я знаю, куда вас отослать. Это Лакедемонская политея 4.2. Нет, клянусь Зевсом, отвечал Никомахид, ничего похожего нет. Управлять хором и командовать войском. Да. Сократ придумывает Антисфену компетенцию. Цель стратега – это победа. И Антисфен уже побеждал в соревнованиях между хорами. Никомахид сопротивляется. Хор не войско. Однако, возразил Сократ, Антисфен, не имея никакого понятия ни о пении, ни об учении хора, все-таки оказался способным найти превосходных специалистов по этой части. И тогда Сократ делает потрясающий ход. Я не сравниваю хор с войском. Я сравниваю одно управление людьми с другим управлением людьми. Мы можем узнать об этом в экономике 2.16. Там вообще речь идет только об управлении людьми.
Хороший стратег – это не тот, кто обладает знанием. Хороший стратег – это тот, кто умеет собрать хорошую команду, которая и обладает знанием. Хороший стратег – это эффективный менеджер. В 2.16 в экономике Сократ ищет людей, которые обладают знанием. Иными словами, в экономике Ксенофонт показывает нам, что Сократ собирался стать хорошим стратегом и в этом смысле этого слова. Не обладая знанием о стратегии, но обладая знанием о людях, вы можете поставить нужных людей на нужные места, и они своим знанием будут решать проблемы. Значит, и занимая должность стратега, заметил Никомахид, он найдет людей, которые вместо него будут строить войско, вместо него будут сражаться. К чему клонит Сократ? Кто будет строить войско вместо Антисфена, и кто будет вместо него сражаться? Никомахид. Конечно! Сократ говорит, чё ты расстроился? Иди к Никомахиду, он возьмет тебя в свою компанию, в свой антураж, и будешь ты руководить войском. Сократ не глушит честолюбие Никомахида. Это невозможно. Сократ находит для него выход. Если он и в военном деле так же, как при управлении хором, будет отыскивать и выбирать лучших специалистов, надо думать, и тут он будет одерживать победу. К тому же, вероятно, у него будет еще больше охоты нести расходы для победы на войне вместе со всем государством, чем для победы хора со своей фирмой. Ну да, естественно, он будет жертвовать больше денег. То есть, мы до этого говорили, что обладание знанием и честолюбие являются решающими свойствами стратега. Теперь мы понимаем, что обладание знанием не нужно. В смысле, знанием военного искусства. Нужно лишь честолюбие. Вместо обладания знания военного искусства Сократ предлагает другое искусство. Политическое искусство. Искусство управления людьми. Не искусство управления солдатами. Ты хочешь сказать, Сократ, заметил Никомахид, что один и тот же человек может хорошо управлять хором и командовать войском? И тут, если вы открывали первую книгу политики Аристотеля, вы помните, как в самом начале Аристотель говорит, есть такие люди, которые думают, что управление семьей ничем не отличается от управления государством, что количество не переходит в качество. И это Ксенофонт. Если вы хотите увидеть, как Сократ противостоит этой идее, вы открываете экономику, и там оказывается, естественно, что быть хорошим хозяином – это не то же самое, что быть хорошим царем. Я говорю, отвечал Сократ. То есть, ты хочешь сказать, что управление людьми ничем не отличается от управления людьми? И тот, кто управляет двумя, точно так же сможет управлять и двумя тысячами. А тот, кто управляет двумя тысячами, сможет управлять двумя. Я говорю, отвечал Сократ, что во главе чего бы человек ни стоял, если только он знает, что нужно, и может это добыть, он будет хорошим начальником. Хором ли он будет управлять, или домом, или государством, или войском. И снова Сократ говорит, знания недостаточно. И даже если Антисфен обладает идеальной наукой экономикой, в смысле менеджментом, в смысле управлением, искусством управления людьми, этого мало. Он еще должен уметь это искусство применять. Ну, Зевсом сказал Никомахид, я никогда не ожидал услышать от тебя, что хороший хозяин будет хорошим хозяином. Да, и здесь мы видим странное преобразование. Значит, во-первых, Никомахид никогда не ожидал услышать от Сократа такие слова. Сейчас мы попытаемся понять, почему. А во-вторых, у нас есть три человека, которые управляют три управленческих должности, которые управляют тремя разными количествами людей. Хозяин, управляющий десятком домашних рабов и семьей. Харек, управляющим больше, чем десятком людей. И стратег, управляющий гигантским количеством людей. Никомахид в своем ответе убирает Харека. Он оставляет только стратега и домохозяина. Сейчас Сократу нужно будет доказать, что стратег и домохозяин в плане управления людьми обладают абсолютно одним и тем же знанием. Мы же должны все время будем думать про ту опцию, которая исчезла, опция Харега. Является ли знание управляющего хором таким же, как знание управляющего домашним хозяйством или знание управляющего солдатами? Ну давай рассмотрим, сказал Сократ, что входит в круг обязанностей их обоих. Тогда узнаем, одинаково ли они в чем-нибудь отличаются. Хорошо, отвечал Никомахид. Да, то есть помните цель. Сократ должен доказать Никомахиду, что Антисфен – это отличный стратег, потому что Антисфен обладает необходимым знанием. Так вот, сказал Сократ, внушить подчиненным послушание и повиновение себе – это обязанность их обоих.
Конечно, причем не помахит. Ну, если речь идет об управлении людьми, очевидно, речь идет о подчинении. Угу. Приказывает исполнять каждое дело человеку, пригодному для него. И это тоже отвечал Никомахи. А это уже, если вы помните Платона, называется царское искусство. Определить душу человека и приписать ему подходящее этой душе занятие. В этом суть царского искусства. А наказывать дурных работников и награждать хороших. Это тоже, я думаю, долг обоих. Конечно, отвечал Никомахи. Заметьте, что есть разница между подчинением и мотивацией. А снискать любых подчиненных, разве это не слава для обоих? И это тоже отвечал Никомахид. Заметьте, все это время речь шла о долге, и только теперь речь идет о славе. Иными словами, все, о чем шла речь до этого, это необходимость. То есть необходимость для того, чтобы все управление работало. А то, о чем идет речь сейчас, это необходимость воплощения тщеславия стратега. Стратег хочет быть стратегом из тщеславия. Он хочет, чтобы его любили. Поэтому его не интересуют те части стратегической науки, которые ведут к управлению. Его интересуют те части стратегической науки, которые ведут к тщеславию. Иными словами, не части стратегической науки. Стратегическая наука не заключается в том, чтобы заставить всех любить вас. Она заключается в совершенно другом. Искусство управления людьми не заключается в том, чтобы заставить всех любить вас. Оно заключается совершенно в другом. Но цель стратега, цель управленца как раз-таки в этом. Заставить всех его любить. Потому что цель стратега – воплощение собственного тщеславия. Привлечь к себе союзников и помощников находишь ты полезным для обоих или нет? Конечно, отвечал Никомахид. Беречь то, что есть, разве это не долг обоих? Разумеется, отвечал. И смотрите, после серьезного снова идет... После слабого аргумента снова идет сильный. Долг, долг, долг. Угу. Быть заботливым и трудолюбивым в сфере своей деятельности – это тоже долг обоих? Все это, отвечал Никомахид, конечно, составляет обязанность обоих. Никомахид соглашается. В каком-то смысле управление домашним хозяйством совпадает с управлением с войском. В смысле управления людьми всегда есть управление людьми. Но есть решающая разница. Но сражаться – это уже не есть обязанность обоих. Да, домохозяин, экономист, менеджер никого не убивает. В смысле, не убивает, не подставляя собственную жизнь, не подвергая ее опасности. И тогда Сократ изворачивается. Однако враги-то бывают у обоих. В оригинале употреблено слово «эхскрой» – «частные враги». А когда Сократ будет снова говорить о врагах ниже – там будет слово «полемой» – «враги государства». Есть разница между частными врагами, в смысле вашим личным врагом, и врагом государства, в смысле противником нашего государства, с которым мы сейчас воюем. Но Сократ размывает это различие. «Одолеть их полезно обоим?» «Конечно», – отвечал Никомахид, – «но ты обходишь молчанием вопрос, о чем...» Вот о чем, да. Если придется сражаться, чем тут поможет умение вести хозяйство? И тогда Никомахид в последнем припадке своего сопротивления говорит: «Хорошо, я согласен, враги есть у всех, но наука о домашнем хозяйстве, наука об управлении людьми не поможет в сражении, если это не наука об управлении солдатами». Тут несомненно, даже очень многое поможет, отвечал Сократ. Заметьте, Сократ не отвечает «нет, поможет». Он отвечает странное «очень много чего поможет». Хороший хозяин знает, что нет ничего столь выгодного и прибыльного, как победа над врагами в бою. Да, заметьте, тут слово и меняется. Ничего столь невыгодного, убыточного, как поражение, потому ревностно будет искать и подготавливать все, способствующее победе. Мы останавливаемся и задаемся вопросом, а кто этого не знает? В смысле, это специфическое знание домохозяина, что нет ничего выгоднее, чем победа над противником, и нет ничего убыточнее, чем поражение. А тщательно будет взвешивать все ведущие к поражению и остерегаться от того этого, если увидит, что сила, находящаяся в его распоряжении, дает шансы на победу, он со всей энергией будет сражаться, но еще гораздо более будет остерегаться вступить в бой, если не будет к нему готов. Да, это действительно отдельное свойство домохозяина знать об этом. Если это свойство каждого человека, в смысле каждого управленца, то домохозяин нам здесь вообще не нужен.
И тогда это не специфическое военное свойство. То есть, либо Сократ доказывает нам, что специфическое стратегическое искусство не является специфическим, и что любое искусство управления людьми, в конце концов, стратегическое искусство. Либо Сократ доказывает нам нечто прямо противоположное. И смотри так с презрением, Никомахид, продолжил Сократ, на хороших хозяев. Заведование личным хозяйством только количественно отличается от заведования общественными делами. А в других отношениях одно похоже на другое. Да, оно только количественно отличается. То есть только количеством подчиненных. Заведующие общественными делами пользуются не другими какими людьми, а теми же самыми, которые управляют личным хозяйством. Кто умеет обходиться с людьми, тут хорошо ведет и частные, и общественные дела. А кто не умеет, тот и здесь, и там делает ошибки. Мы не видим, что говорит Никомахид и чем все закончилось. Пошел ли он к Антисфену работать, не пошел ли. Это почему-то уже не имеет значения. Что имеет значение? Почему Никомахид сомневается в правдивости слов Сократа? Смотрите. И домашний хозяин, и стратег управляют людьми. Но домашний хозяин – это человек, жаждущий блага. Стратег – это человек, жаждущий прекрасного. Нет ничего прекрасного в управлении домашним хозяйством. Почему? Кем управляет домашний хозяин? Кем? А еще кем? Конечно. Это вот та часть свободных, которыми он управляет. Но все в этой семье ему подчинены. Открываете Аристотеля и читаете. Значит, дети подчинены, потому что у них может быть добродетель, но она еще не развелась. Женщина ему подчинена, потому что у нее есть добродетель, но она находится в спящем состоянии. То есть... Отца семейства никто не выбирает, а стратега-то выбирают. В этом смысле прекрасное связано тщеславие, связано с признанием между равными, а не признанием между неравными. Когда неравные восхищаются вами, это не тщеславие. Тщеславие удовлетворяется только, когда вами восхищаются равными. Следующий шаг. Если стратега выбирают, то тщеславие удовлетворяются только путем не знания, а убеждения людей. В смысле, помните, гепарху нужно знать, что делать, а потом убедить всех остальных, что это нужно делать. Проблема заключается в том, что одного убеждения более чем достаточно для того, чтобы удовлетворить тщеславие. Помните, какая часть искусства отвечает за это? Какая часть долго-недолго отвечает за это? Помните? Мы об этом только что говорили. Заставить их себя любить. Не забота, не подчинение, не объяснение. Для того, чтобы заставить других людей себя любить, не надо обладать знанием. Надо обладать риторикой. На основе знаний происходит? Нет. Абсолютно нет. Как вы только что видели пример. Антисфен, который ничего не знает в стратегии. Смотрите, давайте, хорошо, пример из какой-нибудь современной политики. Идут дебаты между двумя разными кандидатами. Один кандидат говорит, выберите меня и золотые горы. Здесь будет город-сад, завтра мы всех победим. Рубль будет за доллар продаваться, доллар за рубль. Ананасы в Арктике будут расти, пальмы, глобальное потепление остановим, на Марс полетим. Второй говорит... Чтобы развести бюджет и сделать его не дефицитным, мы должны будем провести следующие слушания. Надо будет урезать безработицу. Для того, чтобы урезать безработицу, мы должны будем провести реорганизацию и так далее. Один из них знающий, второй обладает риторикой. Хотя вы правы, сама по себе риторика является некой технеей, поэтому есть риторическое знание. Да? Но это не знание предмета. Хорошо. Следующий шаг. Никомахид недоволен, потому что он обладает искусством. А обладание искусством, то есть знание, делает выборы бессмысленными. Никомахид недоволен, утверждая, что если знание – это сила, и оно не нуждается ни в какой риторике, то никаких выборов не нужно. Если царское искусство, как его описывает Сократ выше, существует, то никаких выборов не нужно. И напротив, выборы – это как раз большая проблема для знания. Потому что выбирают незнающие, выбирают попадающиеся на риторику. Но если нет выборов, нет свободы. Царское искусство потому царское, что оно лишает людей свободы. Помните определение царского искусства. Вы видите душу человека, видите, к чему она предназначена, и назначаете ей соответствующее ей занятие.
Ни у кого в этой системе нет никакой свободы. Поддержка науки означает в этом смысле окончание правления большинства, окончание демократии. Но встает вопрос, готово ли большинство добровольно окончить демократию? Нет. У нас есть два варианта, как нам кажется. Да. Они легко от нее откажутся, если убедите с помощью риторики. Это хорошее замечание. Но даже если вы убедите их с помощью риторики в чем бы то ни было, выбрать вас и оставить все остальные выборы, решающий вопрос – это ведь не вопрос о риторике как таковой и не о выборах. Решающий вопрос – это вопрос отказа от свободы. Вот. Сейчас мы перейдем к этому. Значит, у нас есть два варианта. Либо мы их обманываем, в смысле объясняем им, что свобода – это не для них. Либо мы их силой заставляем делать то, что мы хотим. Для того, чтобы понять, как эти выборы работают, вы должны открыть ксенофонтовского Гейрона и посмотреть, как поэт Симонид убеждает тирана, что быть тираном – это круто. А тиран говорит, я там был, не круто. А Симонид ему говорит, сейчас я тебе объясню, как сделать, чтобы было круто. Симонид объясняет тирану, как стать счастливым. И единственный способ стать счастливым, говорит Симонид, это сделать счастливым своих подданных. При этом это счастье подданных оправдает любые зверства в ходе прихода к власти самого тирана. Как для тирана, так и для подданных. Хорошо. Следующее замечание. Проблема господства большинства или правления большинства заключается в том, что большинство не может залезть на трон. Эту проблему поймут окончательно только после французской революции. В этом смысле большинство не может править. По определению оно не способно никем управлять. Единственный выход, который есть у большинства и которым оно пользуется, это правление закона. Большинство не может править, поэтому большинство придумывает механизм, который утверждается большинством. Это закон. Но проблема заключается в том, что правление закона с точки зрения классической политической философии не является пиком политического. Закон всегда стоит ниже знающего. Закон не в состоянии учесть деталей. Закон не в состоянии ничего понять. И более того, закон даже не может объяснить, когда его надо применять, а когда не надо применять. Таким образом, знающий находится всегда выше любого закона. И здесь мы расходимся. Если знающий находится выше любого закона, а закон находится ниже знающего, а целью обоих как бы является справедливость. И цель царского искусства – это справедливость, и цель закона – это справедливость. Но законы не достигают справедливости, потому что они находятся слишком низко. Давайте я зачитаю вам замечательный отрывок из Киропедии. Это Киропедия 1.3.16.18. «После того, как Астиаг сказал все это, мать Кира спросила Кира, хочет ли он остаться у деда или хочет уехать вместе с ней. Тот не стал медлить и быстро сказал, что хочет остаться. На вопрос матери, чем вызвано это решение, Кир ответил, «Я хочу остаться, мать, потому что у себя дома я искуснее всех сверстников бросаю дротик, стреляю из лука, и все это видят. Но зато я уверен, что здесь я слабее всех сверстников в верховой езде. Знай, матушка, меня это очень огорчает». Кир, естественно, тщеславен. «Если ты оставишь меня в Мидии, я стану искусным наездником. Тогда в Персии у себя дома я сумею легко, как мне кажется, побеждать тамошних воинов в пешем строю. Когда же я приеду к Мидианам, то и здесь, став лучшим среди искусных наездников, смогу с ними в конном бою спорить». Тогда мать сказала, «Но как же ты будешь познавать науку справедливости, мальчик мой, когда твои учителя находятся в Персии?» Великому царю, естественно, нужно знать науку справедливости. И маленький Кир отвечает, «Эту науку, матушка, я отлично изучил. А почему ты так думаешь? Мой учитель за то, что я хорошо изучил науку справедливости, назначил меня судьей над другими», — ответил Кир. «И лишь за одно дело, которое я несправедливо рассудил, достались мне удары палкой». Давайте посмотрим. Оно состояло в следующем. Мальчик высокого роста, одетый в короткий хитон, снял с маленького, носившего длинный хитон, его одежду и надел на него свою, а его хитон надел на себя. Итак, у нас есть два мальчика, один высокий, другой маленький, один с маленьким хитоном, другой с большим. Они как бы меняются хитонами благодаря большому мальчику, и Кир должен их рассудить. «Творя суд по этому делу, я вынес приговор, согласно которому каждый должен был носить тот хитон, который ему больше подходит, признав это справедливым». Царское искусство.
За это мой учитель побил меня, сказав, что если бы я должен вынести был приговор о том, что кому лучше подходит, я был бы вправе судить подобным образом. Но поскольку мне предстояло решить, кому какой хитон принадлежит, я должен был бы принять во внимание справедливость приобретения, являлось ли оно следствием насильственных действий, или же было куплено или изготовлено дома, так как справедливо то, что соответствует законам, а насилие является беззаконием. Учитель потребовал, чтобы судья выносил свой приговор, всегда сообразуясь с законом. Так, матушка, я постиг науку справедливости во всех ее тонкостях. А если я в чем-либо буду испытывать затруднения, меня научит мой дед. Ксенофонт показывает нам этой историей, что подлинная справедливость и законная справедливость не только не совпадают, они противоречат друг другу. Подлинное царское искусство было бы концом законов. В смысле, оно было бы действительно противозаконным. Хорошо. Переходим тогда к следующей, видимо, главе. Однажды Сократ имел беседу с Периклом. Сыном, заменитель. С Периклом сыном, да. Сыном заменитель Перикла. Да, значит, это вот самая фукидидная глава из всех здесь представленных глав. И промежуточная в нашем подходе вверх к Феодоте. Перикл сын – это, собственно, не сын Перикла от нормального брака. Перикл сын – это выживший сын Перикла от Аспазии. Когда случилась чума, оба сына Перикла, эти два дурака, как их описывает Алкивиад в Алкивиаде первом, эти дегенераты, как их описывает Сократ в Протагоре, они умерли. И Перикл в ужасе, как настоящий патриот, от того, что у него нет сыновей. Но у него есть незаконно рожденный ребенок от Аспазии. И он убеждает народное собрание сделать его незаконно рожденного ребенка гражданином. И народное собрание соглашается. Перикл умирает, Перикл-младший остается жить. Но он умирает от чумы, естественно. «Я имею надежду, Перикл, так начал Сократ, что когда ты станешь стратегом, то наше отечество в военном деле усовершенствуется и прославится, и одолеет врагов». Итак, тема беседы Сократа с Периклом-младшим – это реформы. Кто отец Перикла-младшего? Перикл старший, великий Перикл, человек, при котором, как думают все, Афинское государство достигло пика своей мощи. Человек, который, как думает политическая философия, классическая политическая философия, погубил все, что можно было погубить. И, естественно, когда он все это погубил, Сократ спрашивает Перикла-младшего, ну ты типа, как это будешь исправлять-то? Батя такое натворил. И Перикл-младший разделяет эти настроения Сократа. Хотел бы я этого, Сократ, сказал Перикл, только на... как это осуществить, могу себе представить. Перикл-младший тоже недоволен строем, который остался от отца. Перикл-младший хочет опровергнуть отца, сбросить отца и уничтожить то, что создал отец. Хочешь, отвечал Сократ, побеседуем на эту тему и посмотрим, в чем уже сейчас есть возможность к этому. И Сократ, естественно, выступает на стороне развращенного мальчика, а не на стороне его мертвого и уважаемого отца. А чего отвечал Перикл? Давайте мы остановимся, чтобы вы помнили, в чем шутка-то. Перикл младший – это тот самый член 10 стратегов, которых Афинское собрание после битвы при Агенусе приговорит к смерти. И только один Сократ будет говорить, может, подумаем. Это та, помните, Сократ все время рассказывает эту историю, да? Вот это та самая история. Афинское собрание убило Перикла младшего. Того самого мальчика, который незаконно рожденного, которое оно же сделало сначала гражданином, а потом стратегом. Знаешь, конечно, что по количеству населения Афиняне нисколько не меньше, чем битотийцы. Биотийцы. Биотийцы, сказал Сократ. Да, знаю, отвечаю Перикл. А как ты думаешь, где можно больше набрать крепких, красивых людей? В Биотии или в Афинах? Думаю, в этом Афины не останутся. Прямо в прошлой главе Сократ говорил нам, что афиняне не выделяются ни крепостью тела, ни его высотой. Они выделяются честолюбием. Но здесь и сейчас Сократ начинает с самых общепринятых точек зрения, что афиняне круче всех и красивее всех. И следующий вопрос вообще будет самый интересный. А где, по-твоему, больше взаимной благожелательности? В Афинах, я уверен, в Биотии многие третируемые свысока фиванцами относятся к ним враждебно, а в Афинах я ничего подобного не знаю. Если вы откроете 16-й параграф, вы увидите, как Перикл-младший сам опровергает это заявление. Афиняне ненавидят друг друга, они разрывают друг друга, они непочтительны к старшим, они не чтут договоров и так далее и тому подобное. Но с Сократом они начинают с благожелательным. Заметьте, Перикл-младший
не говорит то, что он думает с самого начала, как и Сократ. Только когда они поймут друг друга, они оба начнут говорить правду. Затем афиняне – самые честолюбивые на свете люди, проникнутые чувством собственного достоинства. А эти чувства очень сильно побуждают людей бороться за славу и отечество. Да, вы можете открыть Фукидида, прямо откуда это исписано. 2.70. Афиняне решительные, всю свою жизнь отдают за государство, так как будто она им вовсе им не принадлежит. Напротив, духовные свои силы они берегут как неотъемлемую собственность, чтобы служить ими государству. И в этом отношении афинян нельзя упрекнуть. Тем подвигов предков, столь великих и в таком числе, ни у кого нет, как у афинян. Это поднимает дух у многих и зажигает на стремление к доблести и героизму. И следующий шаг. Сократ добавляет, то есть Перикл говорит, афиняне супер, афиняне самые честолюбивые люди на свете. Сократ его сбивает, ты, типа не торопись. Предков-то, предки, смотри, какие у нас классные предки. Угу. Все это правда, Сократ. Ну, ты видишь, что... Да, значит, почему Сократ сбивает его обратно на предков? Потому что его отец ненавидит предков. В похоронной речи Перикл-старший, в своей знаменитой похоронной речи у Фукидида, Перикл-старший говорит буквально следующее. «Отцы были круче, чем деды, а мы еще круче, чем отцы». Для Перикла-младшего прогресс двигается равномерно и прямолинейно. Кому противопоставлено он у Фукидида? Архидаму. Архидам говорит... Отцы такое творили, нам бы хотя бы вот это. Про дедов я вообще молчу. То есть спартанец Архидам, который говорит «золотой век», а есть афинянин Перикл, который говорит «прогресс». И вот когда Перикл-младший говорит «прогресс», Сократ бьет его ногой и говорит «предки, предки, да, не превращайся в отца». Пелопоннесская война показала нам, что равномерного прямолинейного прогресса не существует. Все это правда, Сократ, но ты видишь, со времени поражения Талмида с тысячным отрядом при Либадии и Гиппократа при Делии, слава афинян по сравнению с биотийцами умолилась. Ну, поражение Гиппократа при Делии – это, собственно, одно из самых страшных поражений в Пелопоннесской войне. А надменность фиванцев по отношению к афинянам возросла. Биотийцы, прежде не дерзавшие даже в своей собственной стране противостать афинянам без помощи спартанцев и других пелопоннесцев, теперь грозят одним вторгнуться в Аттику. А афиняне, прежде разорявшие Беотию, боятся, что биотийцы опустошат Аттику. Да, таким образом мы понимаем, в какой момент это происходит. Это как бы уже самый конец войны. Уже все предали, кто мог предать. Помните, биотийцы, вторгающиеся в Аттику, это Алкивиад, который объяснил спартанцам, что если вы поставите в Аттике лагерь, все будет кончено. Спартанцы до этого просто приходили с рейдами. Второе. Поражение Гиппократа при Делии – это поражение, в котором участвовал лично Сократ. То есть Перикл-младший говорит, да, предки – это круто, все это правда, Сократ. Но ты видишь, что у нас катастрофа надвигается. Угу. Я понимаю, конечно, что это так, отвечал Сократ, но мне кажется, теперь отношение граждан к хорошему вождю лучше. Самонадеянность рождает в человеке небрежность, нерадение, неповиновение, а страх делает людей внимательными. Внимательнее, послушнее и дисциплинированнее. Если вы откроете Макиавелли, который, естественно, читал, вы увидите, как рассуждение о первой декаде Титоливии, Макиавелли говорит, страх – это лучший выход для того, чтобы сохранять строй от коррупции. Причем Макиавелли скажет, есть два типа страха – внешний и внутренний. Если нет внешней угрозы, говорит Макиавелли, надо устраивать массовые казни каждые 30 лет, чтобы люди помнили, чтобы в памяти было все свежо. Да? Я напоминаю вам, чистка проходит раз в 10 лет. 17-й, какой у нас там 24-й и 31-й? Или я не прав? 37-й, 17-й. И между ними еще 24-й. Каждый почти 10-й. Не потому, что мы кровожадные убийцы, а потому, что страх держит в тонусе окружающих. Это можно заключить из того, как ведут себя матросы на кораблях. Да они ничего не боятся, у них полный беспорядок. Да, почему матросы на кораблях? Очень важный момент, который вы должны культурно понимать. Потому что есть всадники, это богатейшие люди, это аристократы. Есть гоплиты, это люди типа Сократа, это люди с тяжелым вооружением, не бедные. А есть нищие, у них нет денег на вооружение, поэтому они служат во флоте, где им за это платят. Когда Сократ говорит о матросах, он говорит о гой-полой, о большинстве. Ну, как только испугается бури... Ну, понятно, как это связано с демократией, которую мы обсуждаем, да? Демократия – это и есть гой-полой. Это и есть только худшее.
Поэтому как с матросами, на примере матросов, мы можем понять, как работать с публикой вообще? И ответ один пока что. Страх перед внешним врагом. Если публика ничего не боится, происходит ад. Когда мы понимаем это? Афинская экспедиция на Сицилию. Афиняне понимают, что не побеждают в Пелопоннесской войне. Спартанцы просят мир, и уже не первый раз. Этот мир достигается. И Алкивиад говорит, а что, но мы со спартанцами заключили перемирие, вперед. И такие, конечно, вперед. Мы же побеждаем. Закончится это, естественно, полнейшим разгромом афинской державы. Угу. Ну, как только испугаются бури или неприятели, они не только исполняют все приказания, но и молчат, напряженно ожидая команды как хор. И снова хор. Вопрос. Интереснейший, на мой взгляд, вопрос. Кого боится хор, чтобы так подчиняться своему начальнику? Где та смертельная угроза, которая угрожает этим людям, стоящим в хоре, чтобы они так подчинялись? Но предположим, сказал Перикл, что теперь афиняне будут оказывать полное повиновение. Уже пора бы тебе сказать, как нам победить их опять, воспламениться стремлением к старинной доблести. Добродетели. Добродетели, славе и благоденствие. Перикл принимает правила игры. Предположим, мы их так напугаем, что они встанут по стойке смирно. Вопрос, как их повести к добродетели? Причем, заметьте, это старинная добродетель. Перикл-младший... Это консерватор. Перикл-младший – это реакционер. Батя провалился, давайте вернемся к дедовскому строю. И мы помним, что, если вы читали Фукидида, вы знаете, что крах демократии закончится возвращением к дедовскому строю. Так вот, отвечал Сократ, если бы мы хотели, чтобы они заявили свои права на имущество, которым владеют другие, то всего скорее побудили бы их к этому указанию, что это отцовское наследие, принадлежащее им по праву. Но так как мы хотим, чтобы они стремились к первенству доблести, то опять-таки надо указать, что доблесть издревлем составляет их отличительную черту, и что к ней они должны стремиться, чтобы быть выше всех. С одной стороны, смотрите, что говорит Сократ. Если бы мы хотели, чтобы эти люди начали обогащаться, они только этого и хотят, как мы знаем, то мы должны были бы им сказать, что та война, которую мы собираемся вести, это война за наследство отцов. В смысле, это оборонительная война, не наступательная. Мы не захватываем чужое, мы возвращаем свое. Но мы не хотим, чтобы они обогащались, потому что обогащение ведет к довольству, а довольство ведет к разврату. Мы хотим, чтобы они боялись, в смысле, были добродетельными. И тогда мы призываем их снова к консервативному ходу. Смотрите, как Сократ пытается убедить Перикла-младшего, что консервативная стратегия – это лучшая стратегия. Мы хотим убедить их вернуть себе доблесть отцов. Мы хотим убедить их вернуться в Золотой век. А для этого нам надо доказать им, что Золотой век действительно был золотым. А как нам это доказать? Как нам это доказать? С помощью чего мы должны доказывать, что бы то ни было? С помощью риторики. Подлинная наука управления делает недобродетельных людей добродетельными. По возможности делать лучше, не давать им становиться хуже. Подлинная наука управления должна заключаться только в риторике. Но если вы откроете анабасис Ксенофонта, Ксенофонт вам расскажет о своем друге Проксене, который и пригласил его поехать в экспедицию Кира-младшего. Проксен, скажет Ксенофонт, был учеником Горгия, а Ксенофонт, я напоминаю, что анабасис написан анонимно, в смысле от псевдонима, а Ксенофонт был учеником Сократа. Поэтому, говорит Ксенофонт в анабасисе, Проксен умел убедить хороших людей действовать так, как он хотел, но никогда не умел принудить плохих, в результате чего войско разложилось. Софисты отождествляли политику и риторику. Софисты думали, что для того, чтобы быть управленцем, достаточно одного убеждения. Ксенофонт, как ученик Сократа, знает, что этого мало. Но пока что Сократ учит Перикла, говорит Периклу лишь об убеждении. Думаю, если мы будем напоминать им самые отдаленные предки, их нам известные по преданию, были доблестными мужами, как они сами об этом слыхали. Да, заметьте, мы уже об этом говорили. Традиция нуждается в слухе. Традиция передается с помощью слова. Итак, решающее нападение, которое мы можем обозначить, решающую войну, которую мы можем обозначить, войну Мюфоса против Логоса, в кавычках здесь и сейчас, то есть войну традиции против нового сократического учения, заключается в том, решающее свойство этой войны заключается в том, что и Мюфос, и Логос целиком и полностью зависят только от слов.
Никаких мифических дел предков не существует. Вы их никогда не увидите. Никаких богов не существует. Вы их никогда не увидите. Но вы всегда о них услышите. Традиция зависит от слова. И логос зависит от слова. В этом смысле традиция и логос совпадают в чем-то. Они оба плохо зависимы. Зависимы от одного и того же. Вернемся назад. Три типа основания для суждения. Слово, дело, мысль. Дело определяется глазами. Слово определяется слухом. Да, зрение, слух и мысль определяется чем-то еще. О мысли мы никогда не говорим. Но мы знаем, что большинство является не сторонником слова, а сторонником дела. Когда вы сейчас сказали о слове, имеете в виду слово вообще любое, или именно вот как бы проповедуемое и живое слово, или же слово, изреченное на камнях, то есть письмо? А, нет, устное слово, это только риторика. Естественно, вы поднимаете хорошую проблему, которую Ксенофон с Платоном пытаются решить. Они превращают свои книги в набор устных слов, в речь, в разговоры. Ты разумеешь спор между богами, решение которого было предоставлено Кикропу и его друзьям, ввиду их героизм. Да, я также говорю о воспитании и рождении Эрехфея, о войне при нем с жителями всего пограничного материка, о войне при Гераклидах, с жителями Пелопоннеса и о всех войнах при Фессе, в которых они выказывали свое превосходство над всеми народами тогдашнего времени. Угу. Если угодно, я скажу и о более поздних подвигах их потомков, незадолго до нас живших. Обсуждая Пелопоннесскую войну, Сократ говорит не слово о Пелопоннесской войне. Все, что мы сделали в Пелопоннесской войне, это плохо. Чтобы вспомнить что-нибудь хорошее, нужно вернуться к Кикропу. То есть к тому моменту, когда ахейские пришельцы только пришли и уничтожают автохтонов. Да? Кикроп – это царь автохтонов. Кикроп – это получеловек-полузмея. И когда ахейское нашествие случилось, всех этих автохтонов вырезали. Или, говорит Сократ, хорошо, если мы не говорим о Кикропе, давайте хотя бы поговорим о подвигах отцов. Никогда о наших собственных подвигах в этой войне. Угу. Они отчасти одни боролись с народом, властвовавшим на всей Азии и Европе, до Македонии, превосходившим силой и богатством народа прежних времен, и совершившим замечательное дело. Отчасти же в союзе с пелопоннесцами они провалились в боях сухопутных. Прославились в боях сухопутных и морских. И смотрите, какой следующий шаг. Если мы начинаем любить дедов, кричать «деды воевали» и потрясать ручками, на кого мы становимся похожи? На спартанцев. А это значит, что если мы похожи на спартанцев, мы союзники спартанцев. И Сократ постепенно... Помните, мы воюем со спартанцами. Цель этой войны, окончание войны со спартанцами, потому что мы ее проигрываем. Война проиграна уже. Все это понимают. И помните, это же будет цель Крития. Тирания 30 скажет, мы уничтожили демократию, чтобы вы наконец-то с нами заключили союз, потому что теперь никакой демократии нет. То есть... К этому подталкивает Сократ и Перикла-младшего, к союзу со спартанцами. Деды вместе со спартанцами. Мы должны вернуться обратно к дедам. Мы должны быть вместе со спартанцами. Сейчас мы увидим, насколько спартанский Перикл-младший. Да, это известно, заметил Перикл. Поэтому, несмотря на множество переселений в Элладе, они все время оставались в своей земле. А многие предоставляли на их решение свои споры о праве. Многие искали у них убежище от притеснения силы. Вот здесь это прямо цитата из Фукидида, насколько это вообще возможно. Это Фукидид, история 1.2 и 2.36. Угу. Да, сказал Перикл, и я удивлюсь, Сократ, как же это наш город клонится к упадку. И теперь, когда они поняли друг друга, и прозвучало ключевое слово, Перикл говорит, да, город катится в ад. То есть до этого он говорил, нет лучше города, чем наш город, да? А потом, когда они поняли друг друга, да, мы катимся в ад. Угу. Я думаю, вот почему отвечал Сократ, как борцы какие-нибудь сознания своего большого превосходства над противниками, побед над ними становятся небрежными и отстают от них так. И афиняне вследствие своего превосходства перестали заботиться о себе, и через это становятся все слабее и слабее. Заметьте, это ведь повторение аргумента, который был ровно пару строчек назад, ровно пару реплик назад. Но тогда речь шла о гребцах, которым, если не страшно, они начинают дико деградировать. Это опять же шутка, потому что если вы откроете Фукидида, в какой-то момент Алкивиад начнет учить Тесоферна умеренности.
заявляя, что не надо платить спартанским гребцам много, потому что если спартанским гребцам дать денег, они тут же начинают разлагаться, как и все гребцы. Поэтому, чтобы их тела не разрушались от неумеренного потребления пищи и вина, им надо не платить. Прямо как кузбасским шахтерам. И Фукидид шутит, Алкивиад учит Тисофена, самый развращенный человек на свете, учит Перса, самого другого развращенного человека на свете, умеренности. И учит успешно. Тисофен перестает давать деньги, на спартанском флоте начинается брожение. Вот так оно и здесь. Сократ заменяет плохой пример, который, видимо, не понравился Периклу младшему, про гой полой, заменяет чем-то другим, заменяет борцами. Бойцы, которые не тренируются, бойцы, которые все время побеждают, деградируют. Нам необходимо поражение. Помните, тирания 30 ведь и говорит, сейчас мы уничтожим демократию и все сразу станет хорошо. Нам необходимо поражение для того, чтобы мы снова пришли в тонус. Где вы у Фукидида это найдете? Когда афинская экспедиция терпит крах, тотальнейший крах. То есть, вы помните, да, эту историю? Они посылают туда 400 кораблей. Некий такой, ребята, у нас не получается. Они берут, собирают еще столько же и посылают опять. И все это там гибнет. И когда это все гибнет, Фукидид пишет, ну теперь-то все были уверены, что им наконец-то конец этим афинянам. А они собираются снова и продолжают войну еще 10 лет. То есть, на это намекает нам Сократ. Только поражение приведет нас в тонус, только поражение сделает нас снова нормальными, в смысле только страх. Но больше о страхе речь не идет. Это теперь описывается как поражение. Угу. Что же им теперь делать, чтобы вернуть себе прежний героизм, спросил Перикл. В этом, по-моему, нет никакого секрета, отвечал Сократ. Если им разузнать, какие порядки были у предков и соблюдать их столь же строго, то они стали бы ничуть не хуже предков. Строй предков вернется, и Фукидид в истории напишет, это был лучший строй при моей жизни. При этом заканчивая историю ровно на появление этого строя. То есть он не пишет, как этот строй падает через 10 минут, тут же возникает тирания 30, как она падает через 10 минут, тут же возвращается демократия. Угу. Если не это, то надо взять за образец тех, кому теперь принадлежит первое место, и завести те же порядки, что и у них. Ну и кому же принадлежит первое место? Угу. Тогда при одинаковом укладе жизни афиняне были бы ничуть не хуже их, а при более строгом даже и лучше. Да. Консервативная установка говорит нам, превзойти предков нельзя. Это физически невозможно. Но можно превзойти современников. Мы лучше всех. Об этом говорилось с самого начала. Мы самые высокие и самые подкачанные. Поэтому, если мы примем такой же строй, как и у тех, кто все время, кто сейчас на коне, мы, очевидно, обойдем их. Я к чему вам это говорю? Это не прогрессивная стратегия, это консервативная стратегия. Человек, который говорит, давайте все изменим, это человек обычно рассматривающий как прогрессист, как реформатор. Нет! Сократ говорит, так это консерватизм. Давайте все, давайте мы вернемся к предкам, только сделаем так, как у них. Угу. Ты хочешь сказать, по-видимому, заметил Перикл, что нашему городу далеко до совершенства, когда афиняне будут уважать старших так, как спартанцы? Ну, далеко до совершенства, там далеко до Каллокагатии в оригинале. И вы помните, что Каллокагатия в 2.6.26 в разговоре с Критобулом дана нам как решение политической проблемы. И вот теперь Перикл-младший начинает говорить правду. У нас презрение смотрит на всех стариков, начиная с отцов. Когда они будут заниматься так гимнастическими упражнениями? Угу. Они не только сами пренебрегают здоровьем, но и над теми, кто заботится, смеются. Да, признаки разложения. У нас презирают отцов. У нас не занимаются гимнастикой. Пренебрегают здоровьем. И главное, у нас ненавидят тех, кто этого не делает. И дальше будет еще кое-что. Смотрите, Перикл младший говорит, у нас с презрением смотрит на всех стариков, начиная с отцов. Но это логично. Если у нас не золотой век, а прогресс, то старики – это не люди, которых надо уважать и любить. Это мусор. В то время как дети – это будущее. Но если вы откроете Плутарха, жизнеописание Перикла, там будет сказано, что один из детей Перикла так ненавидел Перикла, что подал на него в суд. И мы думаем... Смотрите, Перикл говорит, у нас с презрением смотрят на всех стариков, а потом говорит, когда они будут заниматься, они не только сами пренебрегают, они, но первое предложение у нас.
Не является ли Периком-младший тем самым сыном, который подал на своего отца в суд? Они даже хвалятся неуважением к ним, когда будут так единодушны. Вместо взаимной поддержки для общей пользы они друг другу вредят, завидуют больше, чем чужим. Больше всех на свете ссорятся как в частных, так и в общественных собраниях. Чаще всех на свете ведут тяжбы между собой и предпочитают наживаться друг от друга. Таким способом, чем путем взаимной поддержки на общественное достояние смотрят как на чужое. Тоже дерутся из-за него и чрезвычайно бывают рады, когда обладают силой в такой борьбе. Да, вы можете посмотреть на речь Коринфянам Фукидида, где они все это описывают несколько другими словами. 2.77. Вследствие всего этого у нас в городе полное незнание военного дела и трусость. Страшная вражда и ненависть среди граждан. И потому я очень боюсь всегда, как бы родину нашу не постигло такое бедствие, какого она не в силу будет перенести. Да, вот это вот единодушие, о котором говорит Перикл-младший, это, конечно, лакедемонская политея 8.1.3. Получается следующее. Перикл-младший – лаконофил. Перикл-младший – лаконофил, видимо, в отместку своему отцу. Или, по крайней мере, в противостоянии с ним. И вот какой парадокс получается. Перикл должен убедить, Перикл-младший хочет убедить всех людей в правильности спартанского образа жизни, который, в первую очередь, заключается в идее Золотого века и уважении к старшим. В чем проблема? Его отец. Конечно! Он ненавидит собственного отца и, являясь лаконофилом, выступает против собственного отца. Подлинный лаконофил, подлинный сын должен был бы во всем следовать своему отцу. И это было бы по-лаконски. Но так как он реформатор и хочет быть как в Спарте, ему придется уничтожить наследие собственного отца. Это проблема не только Перикла, потому что лаконофильство среди афинского юношества того времени, среди Платона, Ксенофонта, Алкивиада, Крития и прочих, огромно. В отличие от Ксенофонта, Критий написал не одну лакедемонскую политию, а две. Одну в стихах и одну в прозе, чтобы совсем все было всем понятно. Нет, Перикл, возразил Сократ. Ты ни в каком случае не думаешь, что афиняне страдают таким неисцелимым недугом порока. Разве не видишь, какая у них дисциплина вокруг? Только что он говорил нам, моряки разлагаются, если им не страшно. Почему, смотрите, смотри, какая у нас дисциплина во флоте. Почему у нас сейчас дисциплина во флоте? Страшно. Мы проигрываем, да. Все покатилось вниз, и они тут же по стунке начали ходить. Угу. Как точно на гимнастических состязаниях исполняют они приказания руководителей, и в хорах не хуже кого другого слушаются учителей. И снова хоры. Где там смертельная опасность, которая всех заставляет ходить по стунке? Чем отличается управление хором от управления кораблем, военным кораблем? В смысле, чем отличается хор от группы солдат? И те, и другие составлены свободными. Вот и все. Но почему же одни нуждаются в страхе смерти, чтобы ходить по струнке, а другие не нуждаются в нем? Так все афиняне честолюбивы. Ну, потому что те на вынуждены ходить на войну, а хором было. Нет, но смотрите, в том-то и дело, что если страха смерти нет, вы заслагаетесь. В этом идея. Ну, смотрите, вы поступили в университет и знаете, что из этого университета никого никогда не отчисляют. Надо в 9 утра прийти в университет, и вы такой, типа, посплю еще немножко. Мое кофе не зарядилось, да, как бы... И все нормально. Ну, вот смотрите, я, например, знаю, что у вас некоторые пары пробыли, на вашу пришла, хотя мне сложно вставать утром. Но я же пришла. Вот! Ну, страшно, нет. Что вам не сдал, нет у меня, нет от вас. Например, как вы пишете? Я предостерегу вас от таких заявлений. Начнем с этого. Хорошо. Нет, смотрите. Мы говорим об управлении людьми. Мы говорим о политическом. Мы говорим, что каким-то образом управление политическое отличается от неполитического. И Сократ нам показывает как. Есть неполитическое управление хором и есть политическое управление солдатами. Вот почему-то в управлении хором не нужен страх смерти, чтобы люди исполняли приказания. А в управлении солдатами он нужен. Не потому, что он там есть. В смысле, бывают и мирные времена, когда солдатами все равно надо управлять. А причина заключается, очевидно, в том, что отличает политического управленца от неполитического управленца, то есть политика от менеджера. И когда мы поймем, чем отличается хор от группы солдат,
И почему дисциплина в хоре не нуждается в смертельной опасности, а дисциплина в войске нуждается, вот тогда мы поймем, в чем заключается политическая. Разве идея не в том, что, ну смотрите, когда человек боится, ему как бы управление требуется, он как бы сам по себе понимает, что... Надо бежать. Давай, да. Нет, смотрите, вот тут ему и требуется управление. Вот теперь он понимает, что как бы... Когда человек боится, он хочет бежать. Это логично. А я там стал... На в другую сторону. Смотрите, если бы я был психологом, я бы сказал вам следующее. Куда... Что такое паника? Паника — это когда люди бегут от опасности. Куда бежать? От опасности. Нет, хорошо, но вот, например, там, за вами Афины, Москва, там ваш участок, сын. Куда бежать? Когда опасности нет, за вами все еще Москва и Афины и сын. А вы возлагаетесь. Видите, мотивация патриотизма здесь слабенькая или недостаточная, да? Возможно, ну как бы разные цены ошибки. То есть, если вы вдруг поняли, да, все будет не согласовано, то максимум, что мы получим, это какофонию. Так... Неприятно, но жить можно. А если в армии не будет организованности, то максимум, что мы получим, это просто резню, насилование. Так это и проблема. Это же и проблема. Тогда почему в хоре есть железная дисциплина, а в войске нет? Откуда Участники она? Хора добровольно принимают эту дисциплину. На каком основании? Что мотивирует их постоянно? Нет, смотрите. Им нравится в хоре. Хорошее замечание. Не будет дисциплины, их изгрыют. Нет, так то же самое в войске. Не будет дисциплины в войске, мы все помрем. Дисциплина ведь пропадает тогда, когда будет представление о том, что как бы, ну все уже хорошо, мы продвигаемся вперед, и враг нам страшен. То есть наоборот. Это, смотрите, это то, что вы говорите, то, что говорит Сократ 18. А немногим ранее он говорит совершенно другое. То есть он здесь говорит, мы разлагаются, когда побеждают. Да. А ранее он говорит, разлагаются, когда не испытывают страха. Как только начинают испытывать страх, перестают разлагаться. Вы можете соединить эти два заявления. Не испытывают страха, потому что побеждают. Но можно ведь не испытывать страха и не побеждая. Например, если на нас никто не нападает. Ну, может быть, хор постоянно находится в соревновании, то есть под давлением. То есть у них нет времени на разложение. Ну что вы. То есть они все время стоят в хоре, ночью нет, стоят в хоре. Во время участия прям в самом соревновании. Скорее я бы сказал, что в войске у вас нет времени ни на что другого, кроме как нет, войну. Ну, смотрите, гериатом, нет, смотрите, член хора ведь может пахать, сеять, торговать. Солдат не может этого делать. Он то в лагере... То сажается, то в лагере, то сажается. Нет, даже это плохая. Смотрите, плохая. Когда у вас мирная... Я смотрю, вас зацепило. Давайте дочитаем. Вот это удивительно, сказал Перейко, что такие люди подчиняются начальникам, а гоплиты и всадники, которые состоят из выдающихся, по-видимому, нравственным отношением граждан. То есть из добродетельных? Больше всех заражены духом неповиновения. Да. Заметьте, что Сократ говорит, больше всех заражены духом неповиновения, гой полой, гребцы. Перикл удивляется. На самом деле, больше всех заражены духом благородные неповиновения. Естественно, вам для этого, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, вам нужно будет прочитать Лакедемонскую политию, где прямо говорится, чем спартанский строй отличается от. Здесь идет намек. В спартанском строе те, кто заинтересованы в сохранении строя, больше всех подчиняются строю. Строй спартанский работает на сильных, поэтому сильные больше других заинтересованы в его существовании. Поэтому, говорит Ксенофонт в Лакедемонской политии, они не просто идут, когда их зовут начальники, они бегут сломя голову и стараются быстрее исполнить приказ. В то время как в Афинах, где сильные не заинтересованы в сохранении строя, они все время сопротивляются. Сократ сказал, а я пак, Перикл, составляется разве не из выдержек испытания граждан? И это потрясающая шутка, потому что Ариапак на тот момент уже распущен Периклом-старшим. Конечно, отвечал Перикл. Так знаешь ли ты судьи, которые при решении судебных дел во всей своей деятельности поступали бы с большим благородством соблюдения законов, достоинством справедливости? Не могу их упрекнуть, отвечал Перикл. Ну, естественно, их нет. В смысле, Ариапаг – это институт предков, который верящий в прогресс Перикл уничтожил. Сократ говорит, Перикл-младший, мы выбираем консервативную стратегию. Я выбираю тебя, Перикл, да? И как бы давай вернем все обратно. Угу. А в таком случае, отвечал Сократ, не надо отчаиваться, будто Афинян порядком. Да, то есть в этом умершем органе все было отлично, поэтому в Афинах все может быть отлично. Между тем возразил Перикл,
Как раз в военной службе, где особенно требуется ограничение своей воли, дисциплина и повиновение, они ни на что подобное не обращают внимания. «Может быть, потому, — отвечал Сократ, — что здесь начальники-то у них люди совершенно невежественные». И Сократ возвращает Периклу обратно. «Я согласен с тобой. Разложение начинается с головы. Разложились наши лучшие люди. Поэтому все остальные ничего не делают». Угу. «Разве не видишь, управлять музыкантами, певцами, танцовщиками никто не знаком...» Даже... «Незнакомый с этим делом». «Незнакомый с этим делом даже и не возьмется, точно так же, как и с борцами и кулачными бойцами». И снова, куда клонит Сократ? К знанию. Они разлагаются, потому что не обладают знанием. Как только они будут обладать знанием, они перестанут разлагаться. Знание — это сила. А ну то есть в этом опоре только те, которые знают это дело? Я к другому клоню. Мы ведь знаем, что мы уже знаем из предыдущих разговоров, что одного только знания недостаточно. Сократ хочет сделать Перикла оптимистичным, потому что он знает, что подлинное настроение Перикла — все потеряно, все погибло, все разложилось. Всякий, кто управляет ими, может показать, где он научился тому, чем управляет. А стратеги в огромном большинстве случаев не имеют никакой подготовки. И это говорит Сократ, который только что убеждал Никомахида, что в этом ничего страшного нет. Тебя, конечно, я не считаю таким. Думаю, ты можешь сказать не с меньшей точностью, когда начал учиться стратегии, чем когда начал учиться борьбе. Думаю, много военных приемов унаследовал от отца. Хранишь память своей, много других собрал отовсюду, где только можно было научиться чему-нибудь полезному для стратегии. Думаю, о многом ты размышляешь, чтобы не осталось неизвестно тебе что-нибудь полезное для стратегии. Заметьте, Сократ не спрашивает Перикла, размышляет ли он о многом, научился ли чему. Сократ говорит: я надеюсь, что ты все это сделал. Если заметишь у себя недостаток таких сведений, ты ищешь людей, знающих это, и не жалеешь подарков, расточаешь им любезность, чтобы получить от них недостающие тебе сведения, и иметь в них хороших помощников. Да. Снова я напоминаю вам, почему Сократ противоречит сам себе. Потому что классическая политическая философия высоко контекстуальна. В предыдущей главе, где Сократ говорил с человеком, которого не выбрали в стратегии, который обладал знанием, и который поэтому угрожал строю, Сократ говорил ему, что тот, кого выбрали, то есть человек, не обладающим знанием, может нормально управлять, потому что обладает другим знанием, а одно знание неотличимо от другого знания. Здесь и сейчас Сократ говорит прямо противоположное, потому что он встречается с человеком, который не хочет уничтожить строй, в смысле не хочет установить тиранию, а который относится к строю пессимистически. Наш строй умирает у нас на глазах. И Сократ должен... или, вернее, пытается вывести его из этого штопора пессимизма в штопор оптимизма. Все будет хорошо. Причем это не просто разговор с каким-то мужчиной, как с Никомахидом, который мы не знаем, чем закончил. Это разговор с мужчиной, который мы знаем, чем закончил. Когда Сократ убеждает Перикла-младшего, что все будет хорошо, и Ксенофонт, и мы уже знаем, что нет, и его убьют. Угу. Перикл сказал: «Я вполне понимаю, Сократ. Вот ты говоришь это, но у тебя и мысли нет, будто я забочусь о выполнении знаний». Да, и смотрите, Перикл-младший не дурак до конца. Он понимает, что все это было сказано иронично. «Ты хочешь только показать мне, что будущему стратегу необходимо заботиться обо всем этом? Конечно, я согласен с тобой в этом отношении. Обратил ли ты внимание, — Перикл продолжал Сократ, — на то, что на границах нашей страны...» И вот теперь, когда Перикл говорит «я понял», Сократ начинает задавать ему вопросы. Не спрашивать его ранее, типа «а ты заботишься, а ты учишься, а ты ходишь?» Нет. Вот теперь, когда он понял, что Перикл понял, он задает ему вопрос о деле. «В направлении к Биоте тянутся высокие горы, через которые ведут в нашу страну узкие крутые проходы». И это все должно будет показать нам, что Сократ не просто стратег, потому что он обладает знаниями стратега. Сократ еще и обладает практическими знаниями. В смысле, практически геополитическими знаниями. «И что она посредине разреза неприступными горами?» «Конечно», — отвечал Перикл. «А слыхал ли ты, что мессийцы и писидийцы в стране царя...» Ну, персидского царя, очевидно. «Занимающего совершенно неприступные места и легко вооружены...» «Легко вооруженные». «Легко вооруженные могут набегать и наносить много вреда стране царя, а сами остаются независимыми, оставаться независимыми». «И про это слыхал», — отвечал Перикл. Да, то есть помните, спартанцы вторгаются в Аттику. Если они останутся там лагерем, как советует Алкивиад, война будет закончена. И Сократ говорит: у нас в Аттику узкий проход. Давай мы защитимся, как делают приличные люди. «А не думаешь ты, — продолжал Сократ, — что и афиняне в том возрасте, когда человек еще не отяжелел,
Если будут иметь выражение полегче и занимать горы на границе нашей страны, будут наносить вред врагам и послужат великим оплотом нашим гражданам. И Сократ предлагает интересный момент. Давай из гоплитов сделаем пельтастов. Давай из граждан мы сделаем не тяжело вооруженных солдат, а застрельщиков. И отправим их в горы воевать. Потому что понятно, что тяжело вооруженные не могут в горах. Думаю, Сократ отвечал Перикл, и это все полезно. И помните, кто отказался защищать Аттику? Кто начал пускать туда спартанцев? Перикл старший. Фукидид описывает это следующим образом. Алкидам думает. У нас в Спарте самое крутейшее сухопутное войско на свете. Мы в открытом бою афинян разобьем. Это понимают все. И мы, и они. Поэтому они не выйдут из города, очевидно. Но у нас есть единственный шанс. Мы должны заставить их. Это же демократия. Мы войдем в Аттику и начнем сжигать их поля. И там в городе люди, сбежавшие из этих полей в город, начнут ныть. И говорит, Перикл, что ты не выходишь, надо защищать родную землю, чем мы тут сидим? И Алкидам начинает это делать. И Фукидид описывает. И действительно, люди, бежавшие из Аттики, начинают ныть по поводу того, что происходит. В городе все в порядке, но их дома уничтожаются. И главное, Алкидам применяет еще одну фишку. Алкидам не разоряет владения Перикла. С целью какой? Чтобы все думали, что Алкидам и Перикл сговорились. И, естественно, говорит Фукидид, вот эти люди, жители Аттики, начинают говорить, пора выходить, родной. Че мы тут сидим? Мы что, не афиняне? И, говорит Фукидид, есть еще одна категория людей. Чистолюбивая молодежь, которая говорит, надо выходить. И Перикл начинает терять контроль над ситуацией. Но он потом одолевает их, поэтому афиняне остаются за стенами. Вот Сократ учит, и Перикл-младший соглашается с тем, что стратегия Перикла-старшего – это проигрышная стратегия. Угу. Если нравится тебе этот проект, продолжил Сократ, испробуй его, дорогой друг. Если ты что-нибудь из него приведешь в исполнение, тебе будет слава, государству польза. Да, заметьте это разделение, которое означает, что слава для стратега и польза для государства – это две разные вещи. Помните, стратег идет в стратегии из честолюбия. Его польза государства или счастье подданных, счастье солдат не интересует. Его интересует только собственная слава. Угу. Если не сможешь, то ни государству не повредишь, ни сам не сравнишься. А если не получится, то ты и государству не повредишь, ни сам не сравнишься. Хорошо, давайте на этом мы остановимся. Давайте мы прочтем начало этой главы, чтобы вообще было интересно. Вам интересно, я имею в виду. Мне уже ничего не интересно. Главком сын Аристона пробовал выступать оратором в народном собрании, желая стать главе государства, хотя ему еще не было 20 лет. Его стаскивали с ораторской кафедры и осмеивали, но никто из родных и друзей не мог удержать его. Только Сократу, который любил его по дружбе с Хармидом, Главконовым сыном и Платоном, удалось его отговорить. Будьте максимально серьезны. Главкон – это брат Платона и отец Хармида. Главкон жаждет прекрасного, он лезет в политику, будучи еще молодым. Сократ разубеждает его, но не ради Главкона, а ради Хармида и Платона. Разговор с Хармидом – это следующий разговор. И какой должен быть позаследующий? Конечно, но вместо Платона там ученик Сократа, гедонист Аристипп. А Главкона Сократ разубеждает, а Хармида он убеждает идти в политику. Хармид – это единственный человек, которого Сократ мотивирует, которого Сократ преодолевает неуверенность. И, естественно, где заканчивает Хармид? В тирании 30, рядом с Критием. Хорошо, на этом мы останавливаемся. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по тому, что мы прошли вообще в целом? Мне скорее по дальнейшему содержанию про Феодоту. Хорошо, давайте про Феодоту. Является ли ее образ в этой главе аллюзией на то прекрасное, которым стремится Калокагати? И является ли философ посредником между Калокагати и этим прекрасным? Ну давайте попробуем разобраться. Значит, почему Феодота оказывается в третьей книге, посвященной прекрасному? Ну, они там рассказывают какой-то девушке, которая обнажается перед художниками, типа, пойдемте все посмотрим. Да. Почему они все идут смотреть? Вот! Прекрасная колосс и красивая колосс – это одно и то же. В этом смысле Феодота там оказывается, потому что она красивая. То есть это такая шутка. Значит, смотрите, во-первых, Феодота – это спуск, не подъем, но это не важно. Феодота интересна Сократу чем? Тем, что она заманивает все эти... Да, тем, что она обладает искусством эротизма. Но их разговор заканчивается не этим. Их разговор заканчивается тем, что Сократ обнаруживает, что она не обладает искусством эротизма, а Сократ обладает.
Смотрите, глава идет так. Сократ становится заинтересован в ней. Сократ общается с ней. Понимает, да, вот так вот. Понимает, что она ничего не понимает. И он теряет к ней интерес. Наоборот, ее интерес прямо противоположный. Она совершенно не интересуется им вначале. Затем начинает дико интересоваться им, когда он объясняет ей, что она обладает, что он обладает эротическим искусством, а она нет. И потом она начинает еще сильнее хотеть учиться, хочет начать учиться у него. Так он и прямо в этой же главе и объясняет то, что он с ней делает. Да, а потом говорит, иди отсюда. Да. То есть в момент, когда она говорит, ну я хочу наконец-то учиться у тебя, он говорит, отойди. Не, я имею в виду то, что он там прям рассказывает, что надо возбуждать голод, потом они... Это правда, но когда она говорит, научи меня этому, Сократ говорит ей нет. По какой-то причине она не способна к этому обучению. Если мы берем прямо самый поверхностный уровень, а он, как правило, самый интересный, то есть буквальный уровень, в этой главе Сократ отказывает прекрасному. Он идет к прекрасному, но когда смотрит на это прекрасное, понимает, что он, ему чего-то не хватает, и он отказывает этому прекрасному. Да. Если я не ошибаюсь, он ей советует, как привлечь больше, денег. Они это, да, они это обсуждают, но ведь... Но почему она оказывается не способна к этому эротизму? Ведь когда он приходит, он замечает, что у нее шикарная атмосфера. Да, и да, да. Говорит, как тебе эта атмосфера досталась? И она, грубо говоря, да вот этот мужчина. Смотрите. Следовательно, она не такая уж и бездоланная. Не-не-не-не, есть разница между ними. То, что она делает с помощью естественной красоты, это то, что Сократ делает с помощью искусства. Поэтому, так как у Сократа нет естественной красоты, его искусство стоит выше, чем ее естественная красота. И он пытается узнать у нее, это естественная красота или это искусство привлекает мужчин. И когда выясняет, что искусством она не обладает, он от нее избавляется. Да. А она наоборот, она понимает, что искусство стоит, она достаточно умна, чтобы понять, что искусство стоит выше, и говорит, я хочу научиться. Почему? Естественная красота закончится. В смысле, ей не до... Да. А мужчины-то должны продолжать приносить деньги. Поэтому она заинтересована в эротическом искусстве, но он отказывает. Ну, еще не совсем хорошо, что он отказывает. Он все-таки говорит, приходи, да, но потом... Проси меня. Не, он говорит так, если никого не будет, если, милее... Если, да, не будет... Милее, ну, очевидно, что это ответ нет, конечно. То есть это как если бы он сказал ей, ну, приходите, когда астероид прилетит, да? Когда лак на горе свистнет. То есть, смотрите, он подводит мысль такой, что прекрасное без искусства не представляет собой ценности. Я имею в виду прекрасное именно о том, о чем мы книги говорим. Не совсем так. Искусство Сократа, смотрите, давайте вернемся к поверхности. Без знания нет прекрасного. Вот так вот. Вы можете, такой уровень тоже есть, но я бы предпочел либо уровень выше, либо ниже. Выше такой. Сократ отказывает прекрасному. То есть Сократ не... Помните, книга посвящена людям, которые стремятся к прекрасному. Сократ не стремится к прекрасному. То есть пойти поглазеть на политику можно, но войти в нее нет. Да. А Сократ у нас вообще женщина интересуется? Но он женат. У него дети есть. И потом... Не-не-не-не-не-не. Как бы, в смысле, он нормальный гетеросексуал. Он из бедных, поэтому он не в педерастии. Педерастия для высших слоев общества. Да, но совращение не заключается в педерастии. Я же сам... Я же с самого начала вам говорил. Философия и политика вместе выступают против педерастии. Если нет никаких других вопросов, давайте мы остановимся.